11-й отряд Федеральной противопожарной службы Краснодарского края обеспечивает безопасность Анапского и Темрюкского районов. Подразделения рассредоточены так, чтобы оперативно добраться до любого места на территории муниципального образования и вовремя потушить огонь. В состав Анапской пожарной службы входит 200 человек. На их плечах лежит ответственность за тысячи жизней. Гарнизон выполняет сегодня сложные задачи, которые перед нами стоят. Это предстоящее проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, где перед нами стоит комплекс вопросов обеспечения как приезда гостей, болельщиков, так и места проживания и проведения тренировок спортсменов, которые будут проживать на территории муниципального образования. Завтра будут отрабатываться действия в случае пожара на нефтехранилище. Комплексные пожарно-тактические учения – это очередная возможность продемонстрировать свои навыки по ликвидации пожаров и подготовиться к чрезвычайной ситуации.